Всем привет! Следующий день нашего путешествия, каникул в России. И куда мы приехали? Байкал. Култук. А, да, сейчас в Култуке находимся, едем на Аршан. Участники путешествия Татьяна, Наталья, Катя вот, и я. Едем на одну ночь в Аршан. Поесть рыбы, погулять. Да. Чебурек съесть вот такой. Большой чебурек. Погнали. Спустились в Култук. Обычно вон там рыбу продавали. Всю дорогу исправили. И все вниз спустились. Здесь вот такие вот ларечки. Рыбу можно, в общем, здесь взять. Цены, конечно, да, кусучие. Ну, к примеру, допустим, вот. Так, холодного копчения сколько? Подскажите, пожалуйста. Смотрите, вот этот он по 600. 600. Так, малосоленые. Они как бы разнокалиберные, получается, идут. Они тоже у них цена. От 600, да? А, у вас 600, да? Так, что еще есть? Что еще есть? А, и горячего. Горячего? 600 холодного. И горячего сколько, скажите, пожалуйста? 200 рыбка. Покажите так, чтобы... Тоже дать вам попробовать. Нет, нет, нет. Вот, горячего. Прям мы, свежак. Мы взяли. Мы тоже взяли горяченькие. Горячие взяли. Сагудай взяли. Ладно, попробуем. И малосольный взяли. Сейчас пойдем пробовать. Так, вот наш стол. Пирожок с яйцом, с луком. Сейчас попробуем. А вот еще с капусточкой пирожки. С капустой. Так, у нас горячего, горячего. Малосоленый, сагудай. И, кстати, она сказала, вот эти напитки очень вкусные, местного производства, не сильно сладкие, кстати. Хорошо. Давай. Катя пробует. Вкусно, но сладко. Ребят, у вас вкус сладости совершенно другой, как у русских людей. Да, мы, кстати, сладкое же не едим. Вы не едите сладкое, у вас нету там таких напитков сладких. А в России очень сладкие напитки. Есть, вы ошибаетесь. Есть, мы просто, есть выбор не сладких напитков. Да, допустим, да. Чай без сахара можно взять. Да, да, да. Не сладкий. Так, пробуем пелить. Ну, почему пелить? Надеюсь, омуль. Да, кстати, момент с этой... Рыбой пелить, сейчас цены-то на омуль, да, не маленькие, а пелить она дешевле. Разрешили немного ловить им. Вот, я говорю, а пелить есть у вас? Она говорит, есть. Но она говорит, там мало, говорит, ее, говорит, потому что, говорит, сейчас, говорит, пошел сезон улов, и, говорит, мы, говорит, остатки продаем. Голова вкусная. Голова вкусная? Угу. Так, горячего. Теплая еще. Так, хочу с пуза попробовать. Со спины я не могу, самая вкусная. Не могу понять. Да? Да. Вкусная она. Со спины самая ну, вкусненькая. Вот я... Спиночка. Спасибо. Ням-ням-ням. Сто лет не ел. Вкусная, что? Свежая она вся. Очень вкусная. Будь то пелить, будь то омуль. Да. Так. Сагудайчик. Сагудайчик. Тут просто, я поняла, масло и лук, и все. Да, почищенное. Да, я это попробую. Угу, давай. Она на вид совсем другая. Да. Вроде бы омуль, ребят. Вот это вот, сагудайчик. А горячего прям не пойму. И, короче, я тоже не пойму. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. До этого проезжали остановку. Полностью вся в навозе. Люди на дороге стояли. Это я уже придумал. Опять проезжаем мимо остановки. Эй! Когда следующий автобус? Мы приехали. Хорошо. Татьяна Анатольевна забронировала по рекомендации. Давай, сейчас позвоню. Домик. Домик, я надеюсь, да, у нас будет? Вот. Да. Вот мы заехали в гостевой дом. Ну, просто в хозяйство. Там теплички. Наверное, хозяева где-то живут. Вот это все, прикиньте, это их. И вот гостевой домик получается. Мы сейчас идем смотреть жилье. Обзор. Татьяна Анатольевна, сколько стоит? 6000 в сутки. Вот то, что вот нам, да? Да, предоставили. Вот этот домик. Так, 6000 в сутки. Две комнаты. Две комнаты. Заходим. Печка сразу же. Да. Кухня. Ну, так, кухня, все работает. Стеклопакеты.
Холодильник работает. Раздевалка, как она называется? Прихожая. Прихожая, кухня, холодильник, микроволновка, печка, прикиньте. Вообще. Класс. Вообще, можно здесь зимой, наверное, ее затопить, но сейчас не актуально. Заходим. Комната раз. Душевая. Бойлер. Туалет. Все, знаете, так чистенько, кстати. Чистенько для деревенского домика, очень чистенько. Да. Так, кровать на двоих. Это, похоже, раскладывается. Да, кстати. Телевизор. И еще тоже можно какие-то вещи повесить. Сушилка. Что у вас там? То же самое. Здесь оставлю, только кровати разные. Так, две кровати. Тоже комната такая индивидуальная. Телевизор, гардеробная, душевая, туалет. Все, здесь на две кровати, полуторки. Сейчас разместимся и идем гулять. Отдых на Аршане. Да. Выглядит примерно вот так. Вот таким образом. То есть из кухни на кухню мы приехали. Да. Так, не успели припарковаться, сразу же пошли на прогулку, дошли до рынка. До одного рынка и дошли до рынка, где вот, собственно, мясо продают. Нам почему-то захотелось шашлыков, да, пожарить. Потому что нам хозяйка сказала, что у нас есть мангал и шампура. Мы так что-то посмотрели, так мило, классно. Мы, в общем, можем самостоятельно пожарить. Нет. Да. Взяли, рассказывайте, давайте. Что мы взяли? Телятину. Взяли телятину. Должна... Кстати, недорого. 550 рублей килограмм. Она вырезала все косточки, да, из лопаточной части. Косточки повырезали. Короче, и по той же самой цене продали. Сейчас замаринуем. Взяли 3 килограмма, 2000 рублей отдали. И по 200 рублей за тарелку продадут. Да, все правильно. Так, наша задача сейчас, я так понял, отделить вот эти всякие жилы. Ну, жилы сейчас вот эти снимут, да, верхние. Да. Все не будут, только верхние. Вот так. Да, да, да. И с приправой, которую тоже в магазине взяли. И замаринуем на минералке. Все. И у нас вечер будет классно. И после того, как мы замаринуем, что мы делаем? Идем, наконец-то, гулять в парк. Чебуреки. Да вот чебуреки. Зачем вот это все? Это вот кому-то вот не имется. Да, вот такие чебуреки будем есть. Вот зачем такие, это надо? Вот такие, вот такие. Так вот, нет, вот как раз вот так вот. Вот отсюда вот. До сюда, да. Вот так чебуреки. Ты что плачешь-то? Да ты не плачь. Может в парк вообще не пойдем? Нет, пойдем. А, пойдем, да? Надо поедем. Чебуреки-то выгулять, да. Конечно. Вышли, наконец, из дому. Кафе как называется, не помните? Нет, не помню. В общем, посмотрели по рейтингу. Два ГИС. Саламат. Саламас? Саламат. Саламат. Кафе называется Саламат? Саламат. Естественно, здесь славятся чебуреки своим размером. Что, пробуем? Вы уже, смотрю, это начали. Я как? Уже начала пробовать. Тесто хорошее. А тоненькое. Мясо? Не добрались? Вот тесто, вот мясо. Размер, конечно. Ну, вообще. Все готовится прям вот. Заказали. Тут же. Да. Тесто вкусное, но мясо пока. Но мясо еще не добрался. Не понял, ага. И запиваем все компотиком. Кай, ну иди есть, что ты там стоишь? Издевается. А, клиентка позвонила, общается с клиенткой. Работа в первую очередь. Клиент прежде всего. Да. Она еще не с нами. Без мяса уже, извините. А все равно, блин, как вкусно. Вкусно, да? Все слушают. Так, ну и конечно же бузы. Так как у нас вечером намечается достаточно плотная программа, поэтому по чебуреку и по бузе. По одной. Как правильно, берем руками, надкусываем. И просто бульон выпиваем. Еще можно капнуть внутрь соевый соус. Не надо соевый соус. Мясо микс, что ли? Угу. Сочный очень. М-м-м. Вкусно поели. Идем нахаживать.
Так, кстати, гонконгские вафли, bubble tea. Гонконгские вафли очень популярны, кстати, на юге Китая. И bubble tea Jinju Nature. Здесь вот, кстати, вот видите, берут. Запах, кстати, очень приятный, такой ванильный стоит. И еще, смотрите, гонконгские вафли. Еще один вот ларек прям большой. Портреты. Можно посмотреть? Вы не отвлекайтесь. Красота. А вы еще не знаете, да? Ай-яй-яй. Прям похоже вообще, там похоже. Во-во-во, приоткройте зубы, чтобы она не задевала. Продемонстрируй. Вау, классно. Такие макароны. Я купила себе браслет, себе и Тони, вот моей племяннице. Да? Сороки, увидели что-то? Сорока я, да. Почем? 500 рублей. А что не торговались? А? Торговаться почему? 20. Не делали торг. А что-то не знаю. Что, неправильно, да? Нет. Вот по таким свистулькам мне как раз сейчас это... Заказ? Клиент, да. С Китая. А вот сейчас спросите, это что? А вот это что производится? Эти китайцы делают свистульки. Все честно, Катя. Когда водичку наливаете, и так. Все понятно. Так мы гуляем, в общем, зашли, идем в парк. И вот они вот на каждом углу просто останавливаются. Сороки вообще. Мы прямо их утащить не можем. Смотри, вот буквально отошли, да, вот от того, да? И опять что-то увидели. Мы тогда парка не дойдем. Вообще. Кепочка мне нравится ваша. Очень вам идет. Кепочка. Можно померить? Конечно, голова не для, так, не для такого размера. У нас все размеры есть. А, серьезно? Я вижу большую, смотрите. Так, это уже, наверное, подороже, да, будет? Нет? 1000 также. Во! Твой размерчик. Классно? Да. Серьезно? Давай, фото. Мы подошли, здесь минеральная вода течет, это разные получаются они по минерализации. Но, к сожалению, питьевой павильон сейчас закрыт. Он там ремонт делается, что ли. И они не подписаны. Да. Вот, а раньше в питьевом павильоне они были подписаны, какая вода, сколько чего содержит. Ага. Вот, а здесь не подписано. Ну вот сейчас же женщины набирали, они говорят холодную набирать, она вкуснее. А также есть вот теплая. Вот это теплая. Давайте попробуем. О, она прям теплая, да. Так, как там? Сильно минеральная? Нет, она не сильно минеральная. Да, нормальная минеральная вода. Прям минеральная чувствуется. Ууа. Не нравится такая? Я вообще не люблю там вкус металла, вот этого всего. Ну, кстати, прохладная. Теплая. Пробую. Но у нее как будто бы минерализация больше. Да. Больше, да? Да. Я все говорю, мне это больше понравилось. Один вкус как будто есть. Да. А? Что, ее берем? Бери, бери. Берите, берите. Она... Глазной источник. Сейчас под землей, в общем, бьют пузырьки. Надо их ловить. Ну, у нас это самое. И фонтанчики. Помыть глаза. Вот. Так. Так, сейчас пузырьки поймаем. Где пузырьки? Ну, красота, конечно. Здесь все деревья подвязали. Так как мы находимся на бурятской земле, тут бурятские обычаи. Так, а мы подошли к какому-то другому источнику. Что тут надо делать? А, мальчик наливает, да? Да, да, вот. Пойдем посмотрим. Мальчик тут наливает нам воду. Ой, какая она вкусная. Как будто бы поинтереснее, но все равно прям вот эти примеси, вот эти металла там и так далее. Да, как будто правда газированная. Немного вот эта горчинка дает, да, как бы? Гуляем дальше.
Наконец-то кончился рынок. Рынок кончается возле тропы здоровья. Мы сейчас думаем пройтись отсюда до сюда и вниз. Вот по этой опасной протяженность, да, протяженность тропы 1,1, сложность средняя, примерно 1,5-2 часа. Вот. И вот именно вот этим пунктирной линии это уже... Тропа проходит вдоль обрыва. Вот. Поэтому мы по опасной тропе не пойдем, пойдем по лайту. А вы заметили то, что рынок-то закончился? Да, да. Дискомфорт какой-то, нет? Нет. Нормально? Ура, идем, тропа здоровья. Очень хорошо. Аршан здесь. И тут, кстати, написано, смотри, сколько растений, рыб, млекопитающих, птиц, пресмыкающих находится в этом месте. Сельских поселений 14, населенных пунктов 35, проживает 20 001 человек. 20 тысяч человек всего. Погуляли. И вечером у нас шашлык. Из говядины, да, из телятины. Какой у нас шашлычник, молодец. На раз просто развел мангал. У нас, кстати, дождь. Надеюсь, завтра дождя не будет. Да, очень надеемся. Горы спрятались за облаками. Шашлычки. Ура! Дождались наконец-то шашлычки. Чуть-чуть пришкодил некоторые. Что у нас имеется? У нас имеется салат. Царская, потненькая, помидоры, огурцы, шашлык из телятины, китчуне с чесноком, правильно? Да. Правильно. Грибочки маринованные, огурчики маринованные. Катя не хотела покупать. 350 баночка, кстати, обошлась. Ой, посмотрите на нашу поляну, на наши довольные лица, как мы сейчас приступим. Погнали. Погнали. Ура, 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 ура. Расхватываем, пожалуйста. Царскую. Да. Ну, за Аршан. За Аршан, за Аршан. Давайте. Ой, за нашу дружную компанию. Какая вкусненькая. Просто водичка. Так, и телятина. Тот момент. Вы-то уже, наверное, попробовали, да, все? Немного такая тягучая. Я думаю, помягче будет. В этот раз решили говядину. Свинины не было хорошие, потому что там. Ты что, куда мне складываешь? Хочу попробовать грибочек. Что, потом не будет, что ли? Не будет. Не будет, да? Ну, конечно, черт побери. Вкусный какой, а? Прям растаял во рту. А это что, маслята, да? Да. Подосиновики. Подосиновики. Или подберезовики. Не-не, это не маслята. Это не маслята, Наташа. Подберезовики, я вам сказала, по-моему. Очень вкусно. Здесь так чеснока много, он такой прям... залетает. Так, ну что, больше не будем дразнить, да? Не будем дразнить. Всем приятного аппетита. Всем приятного. Всем приятного аппетита. За то, что у нас есть сестры. За то, что у нас есть сеструлечки, роднулечки. Милые, прекрасные. Я прям в Россию еду, чтобы с сеструлей потусить. Чтобы ее увидеть, чтобы с ней побыть. И вот... Вы, сестры, встретились. И прекрасно, что у наших детей есть такая хорошая сестра, как Тоня, которая их встретит в Москве и проводит. Ну, так, она им сестрой, да, приходится? Же троюродная вообще. Нет. Мы с тобой двоюродные. Дети наши троюродные. Она мне внучатая племянница. Дети наши троюродные, а их дети четвероюродные. Короче, за сестер, за сестер, да, за прекрасное, за родное, за наше. Да. Я так рада, конечно, что мы в этом году встретились, уже давно не встречались. И большое вам огромное спасибо, что вы нас вытянули на Аршан. Так вы же вытянули, ё-моё. Вы же вытянули. Но, мамуль, ну, не знаю, в общем, кто куда вытягивал. Короче говоря, я очень рада, что мы вот здесь выехали, сейчас, да, находимся. Что мы вместе. Все вместе. Машке вообще... бы, конечно, еще. Машу, Сереже, конечно, было бы вообще. И вообще, здорово. Конечно, честно говоря, я очень люблю Катюшку, она это знает, очень люблю. И ну, я тебя люблю. Ну, слова, а тебя я не могу просто не любить за то, что ты любишь Катюшку. Я тебя просто даже за это люблю. В общем, я вам желаю, ребята, главное здоровья и очень дружной, и крепкой, и
счастливой семьи, правда. Спасибо. Пожалуйста. А у нас так и есть. Будьте всегда счастливы. А иначе не можно. И девчонки у вас счастливы, можно. Да, да. Добавочка. Да. Я вообще считаю, ну, мне повезло, у меня дети мудрые. Ну, а Катерина, она, так как она вообще старшая, это вообще очень мудрый человек. Я иногда думаю, боже мой, какие все-таки у меня дети, вот мудрее меня, намного мудрее меня, намного умнее, намного... Ну, дети должны быть лучше родителей, но мои дети просто супер. И я хочу сказать, что и мужья у них подстать. Я плачу за кадром. Я не покажу себя. А почему? Ну, а покажи мужскую. Так, подождите. Ой, спасибо, ребята, вам за все. Правда, тебе спасибо. Спасибо, мамочка. Тебе большое спасибо. Нам ты спасибо. Нас родила, нет, ты нас воспитала. За вас выпить, благодаря правда. Тебе так, мы все, такие тост, стали. Тост за нас. За нас. Ура! Как я сказал, да. За вас, правда. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы выселяемся. Мы собрались. И по плану мероприятия у нас что сегодня, Катя? Мы сегодня пойдем как санаторий Саяны. Будем там в бассейне плавать, и напротив есть там кафешка, нам ее тоже очень рекомендовали. А. Вкусные чебуреки, бузы. Опять еда. Продолжаем. Сегодня у нас вот такой вид на горы, горы в тумане. Сейчас немного разъяснится, туман поднимется, и будет видно сопки. Да. Наш завтрак выглядит примерно вот так вот. Завтрак. Бухлёр. Завтрак 12 часов дня. Капуста. Салатик. И у вас тоже бухлёрчик, да? Да. Вкусно? Да. А что так? Ну, наше мясо было вкусное. А, серьезно? Да. Так это может это котел, который доливают. Ну а почему? Вкусненько же. Бульон очень вкусный. Попробуем. Бульон очень вкусный, да. Вот спасибо. Это да. Это чебурек. Пойдет? Нет, так пойдет, так пойдет. Чё, будешь выгрызаться? Прямо сейчас? Горячий. Горячий. Ясно. Хотя Антон говорит, здесь вкуснее. Да. Сейчас буду пробовать. Целый вообще просто, ничего не выливается. Вообще просто огнище. Кусаем. Классно. Бульона. Как вот они так делают, что у них не лопаются они? Бульон это самое вкусное. Мясо такое ощущение, что рубленое, да? Да. Может быть, фарш на крупной этой. Такое ощущение, что. Угу. Ну и как тебе вкуснее здесь? Мне все нравится. И то нравится, и это нравится. Мне нравится здесь тесто поплотнее. Бульон, естественно, в руку берешь, он не пытается вырваться наружу. Ждет, пока его сам выпьет. Да. Там мясо было такое более очистительное. Просто восхитительно. Санаторий Саяны. Здание такое интересное, старое. Сколько ему интересно лет? Тут как прям больница. Еще люди, смотрите, там еще документы заполняют. В общем, цены. Тут, в принципе, комплекс идет. Фитобочка, скрабирование, обертывание, финишный уход. Интересно. Вот это мне нравится больше. Здесь еще есть и... А, здесь тоже массаж. Много тут всего. Массаж 45 минут. Цены, кстати, здесь, я хочу вам сказать, прям не детские. В городе, допустим, ангарский массаж 2000 рублей час. Здесь 45 минут. Планы резко поменялись. Бассейн открывается в 2. Потом мы так сидим. Хотим ли мы бассейн? Вот он бассейн. В 2 часа, наверное, народу будет куча. Сидим, думаем. Еще есть термальный бассейн. Тоже, похоже, в 2 открывается. Но в термальный бассейн женщинам нашим особо даже заходить нельзя.
То есть они сказали, по колено только ноги помочат. Там, если зайдешь, то она по грудь. То есть, я так понимаю, они окунут одну ножку и вторую ножку. Заплатить за это там сколько? 200-300 рублей, чтобы они туда окунули ножки. Да дело-то не в этом, просто хочется ли. А процедура, кстати, посмотрел, я ошибся. 2600 одна процедура, там, конечно, ряд процедур. И 1850 дополнительно массаж к этой процедуре можно приобрести. Ну и такая в целом процедура около 5000 рублей получается. Да, 4,5-5 тысяч. Так, решено, едем в Байкальск. Посмотрим, едем. Байкальск, море, заедем в Слюдянку. Старую сильную ферму. Старую сильную ферму, которая по дороге. В Слюдянке там есть ЖД вокзал, да? Да, ЖД вокзал. ЖД вокзал, и там говорят, что там, аквариум какой-то, ну, в полу или что-то. Аквариум. Вот в этом мы и разберемся, поедем, посмотрим. Да. Отпускаю их вот в лес. Смотрите, что сделали, а? Грибов набрали. Это что, грузди же? Грузди, рыжики. Ничего себе. Вот, вот ходили. Что, вот. Много прям там? Машина, да вот прям, ну, много, вот. На продажу? Сейчас мы их засолим. Мы их сами съедим. Страусиная ферма. Продается страусиное яйцо. 1,5 килограмма весом. Он нам, конечно, пытался наврать про то, что это примерно 6 десятков яиц. Да, конечно. Я посмотрела, я покупаю ячейку яиц. Да. 30 штук, 1,5 килограмма. 30 штук, это 1,5 килограмма. Да. Так что это примерно как... В кафе можно яиц купить за 3000 рублей, говорит, яйцо. Вы люди готовите? Берут, представляете? Вы готовите, говорит, это яичницу из страусиного яйца? Говорит, нет, мы готовим. У них специфический вкус и запах. А, да? Я вам говорю, невкусно по-любому. Так, ну что, как страус-то? Нормально. Кушает. Никого не укусил, покушал. Симпатичный? Ну да, все вот эти маленькие вообще такие классненькие. Красивые, а... Привет, ой, привет. Рыжий, не надо гладить нам. А те агрессивные какие-то. Африканские очень такие, да, агрессивные, напористые, нахальные такие. Друг другу жопу повыщипывали. Вход стоит 200. 250 рублей, пинтиком скидка 50 рублей. И детям тоже. Что, дальше едем, нет? Да. Поехали. Едем дальше. Яйцо мы... Погнали, пинтики. Грусти. И почем? 5-литровый ведерко 1000 рублей. А вот синенькое. Синенькое. Большое. Синее, это? Так, это получается... 2000, 10-литровое. 10-литровое это, да? Мы в Байкальске. Поменялось все, капец. Вот у нас получается супермаркет Титан. Я его вообще не видел даже. И вот этот заветный ларечек. Здесь всегда продавалась рыба, а сейчас хлеб. Тротуара вот этого не было, этих шариков не было. И рынок. Пойдем сейчас на рынок, посмотрим, какая там обстановка. Может, рыбу там купим. Скажите, пожалуйста, вот здесь был киоск с рыбой. Да, я знаю. А вот где можно рыбу купить? Вот, рыбу вот за это белоречку заходите туда на угол, там увидите. Ага, хорошо. А давно этого киоска нет? Да? Давно. Спасибо. Спасибо. Так, вот он этот рынок. А, вот это можно? ДНС. Террас вижу. Нет, где-то рыба, где-то сказали, где-то здесь. Может, где сувениры Байкала? Нет, вряд ли. Валберес вообще везде, офигеть. Так, из ассортимента сухого посола прессованы 1500. Малосоленый 1400. Так, это что, тоже малосоленый, покрупнее, да, идет? Холодного копчения 1800. В общем, вот примерно вот такие цены. Горячего 1500. Магазинчик называется у Аркадия, да? Вот, обязательно обращайтесь. Говорит, омуль прям настоящий. Никаких... Гарантия 2 года. Гарантия 2 года. Сухого посола. Блин, так отрезали нормально вообще. Со скидкой дашь? Давай. Ситуация, конечно, с рыбой вообще неприятная. Денег стоит вообще омуль. Рыба вкусная. Прям рекомендую. Но цены кусаются. Цены вы видели, да, какую? Киосок. У Аркадия вот раз киосок, 2 киоска, и вот за ними, он говорит, ты блогер? Я говорю, да. Ну, давай мне, говорит, это, клиентов. Так что, если будете в Байкальске, возле рынка к Аркадию подходите, ну, говорите, от
Лава, не знаю, может быть, скидку даст. В общем, мне, кстати, дал скидку нормальную. 500 рублей хвост я взял, сухого посола. Площадь сделали, сцену. Ребята выступают. Как красиво, фонтаны вообще, офигеть. Да. Что ты говоришь там? Здесь постоянно всякие концерты проходят, а в августе вообще это сезон фестивалей. Театральные фестивали, там, музыкальные. Ну, я у Аркадия, кстати, рыбу покупал, он говорит... Говорит, Байкальск все развивается и развивается, прям, говорит, вообще не стоит на месте. Да, говорит. Видно, кстати, что красивее становится, да, Байкальск. Там пешую дорожку делают, асфальт, смотрю, положили. Вообще так классно. Вот кусочек Байкала. Прощаемся, Байкальчик, с тобой. Мы едем домой. Заедем в Слюдянку, посмотрим, есть ли там на вокзале вот этот пол с рыбами. Если нет, мы развеем этот миф. Поедем домой. И поедем домой. Доехали до Слюдянки. Кинотеатр. Очень красивый. Это дальше. Дом культуры железнодорожников. Вот. Красивый такой. На улице так дом. Изрядно похолодало. Все понадевали вещички. Да. Кроме вот. Славы. Я все по старинке. Что это у нас? Паровоз, тепловоз. Паровоз, наверное, правильно, да? Самое главное, часы верно показывают время. Да. Кстати, 19:40. Вокзал станции Слюдянка был построен в 1904 году. Особенность здания состоит в том, что оно целиком построено из белого и розового неотшлифованного мрамора. Во всем мире нет ему аналогов. Неотшлифованный мрамор придает вокзалу сходство со средневековым замком. Сегодня здание Слюдянского вокзала охраняется государством как памятник архитектуры федерального значения. 120 лет этому зданию. Выглядит потрясающе до сих пор вообще. Камень прям ему ничего не делает. В 2005 году его отреставрировали. Ага. И добавили комфортные залы ожидания, комнаты отдыха и так далее. Ага. Отреставрировали фасады, решетки вот эти кованые отреставрировали. Ага. Видишь наверху? Красота? Да. В Ангарске то меньше, да? Что меньше? Вокзал. Вокзал. Не такой красивый просто. Байкал место, где добывается мрамор, и поэтому здесь было... принято решение сделать именно из мрамора. Изначально было запланировано сделать из красного кирпича, угу. Но потом решили сделать из розового белого мрамора. Заметил, вот асфальт сделан? Да, тоже с мрамора. Вот ему вообще ничего не делается. Вот же красота же какая, там еще и часы. Да. Вообще здорово. А только почему-то они неправильно время показывают. Музей закрыт, к сожалению, поэтому мы туда не попали. А так в целом вообще прям красивенький такой. Ну там посмотри, моя бэби, наша. Такой уютный какой-то, да? И музей еще какой-то там есть. А в итоге здесь вот какой-то пол стеклянный есть, да? А. Обычный пол, да? А, ну все-таки рыбки плавают там, короче. Все, значит, это все есть. Лазерная проекция, серьезно? Да. А у нас вот женщины привели. Да, ей так сказали. Представляете, вот в такой дыре, вот такое. Ну нереально. Ну что дыра-то, ну, что дыра? Курортный. Курортное место. Короче, ясно. Оказывается, это просто лазерная проекция. Для детей. Только да. Теперь просто... Да мы знаем, что это такое, мы видим. Понятно, да, ну, понятно. А так, что там, антиквариат, что там, что-то посмотреть-то можно еще? Ничего там нет. Нету? Там минералов немножко. А, минералы. Телевизоры стоят, там информация про Байкал, все. А, все, спасибо. Посмотрели вокзал, музей не попали, но зато попали под дождь. Еще главное дело, под этот дождь фотоимся такие... Надо сфотаться напротив вокзала Слюдянки, как здорово. Сейчас просто мокрые идем, блин, до машины, капец. Льет вообще, как из ведра. Здесь, кстати, не так уж и близко. А, еще холодно.
Вот пишет с вами концовку, блин. Размазала всех. Спят, короче. А что-то этот... Вам все понравилось? Да. Да. Короче, наше небольшое путешествие подходит к концу. Байкала не было, к сожалению. Мы такого видели. Я думаю, немного ручки, ножки помочим. Но в целом поездка получилась вроде бы, да? Рыбу поели. Да, хорошая поездка. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вам спасибо, вы же нас вытащили. Грязная, за хорошую компанию вам спасибо. И хочу еще с вами такие поездки. Да. На следующий год, наверное, надо будет запланировать, может быть, Утулик или еще что-нибудь. Короче, Байкал хочу. Все, на этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Рабочий, который оставляю вот ссылочку внизу тоже. И увидимся в новых видео. Мы еще с вами прощаемся. Будут еще выпуски с России. Всем пока. One step forward, two steps backward, yeah. Immature lover, who don't use big words, yeah.